Дорогие мои друзья, соратники, благодаря вашей помощи мы не только содержим частный приют, но и в этот осенний период помогаем поддерживать состояние здоровья наших старичков. А ведь именно такие и находятся у нас, которых, как ненужный, старый хлам выкидывают за ненадобностью. Ведь лечить и содержать для кого-то накладно, дорого. А мы готовы отдать все, чтобы их спасти. Закупленные медикаменты необходимы для наших хвостиков. Мы не шикуем, не стараемся для галочек. Мы готовы достойно содержать тех, кого предают, не моргнув глазом. Еще раз большое, огромное спасибо за вашу поддержку. Благодаря ей наши хвостики живы и здоровы.